Подробную историю ветерана мы расскажем позже в одном из выпусков новостей. Мы ждем вас в студии телекомпании «Июнь» по адресу Строителей 67 в рабочие дни с 18 до 19.00. Приходите и расскажите о своем герое. Предварительная запись по телефону 5-90-30. Междуреченцы будут в курсе. Глава города Сергей Кислицын продолжает общаться с горожанами на открытых площадках. Накануне он встретился с предпринимателями, отчитался о бюджете за 2016 год и рассказал о подготовке к Дню шахтера. Глава города напомнил предпринимателям, что День шахтера – это общий праздник, и попросил бизнесменов принять активное участие в подготовке. Кроме этого, Сергей Кислицын назвал объекты, которые требуют особого внимания, и рассказал о планах по благоустройству города. Отметил, что в этом году праздник пройдет в два этапа. День шахтера будет два у нас. Первый – это, конечно же, областной. Владимир Владимирович Путин объявил общероссийским этот праздник, но его горожане не увидят. Поэтому 26-го в субботу будет проведен именно наш городской праздник.